Здорово! Ой! Здорово-здорово! Что у вас тут началось? Что за отстранение? Привет-привет-привет-привет-привет-привет всем! Чатик, что такое? Сейчас мы пойдем. Забимену. Детфир! Аригато за кружечку в чате 3 месяца. Фиар, держи кружечку. Японточка, спасибо тебе огромное за переподписку и что ты так уже давненько на нашем канале со мной. Так долго, Понда, я это очень ценю. Спасибо тебе. Так. Бибиену. Там вышло дополнение рождественское. Это как мы сегодня с вами нацелены погружаться полностью в атмосферу. Где-то Бибиену. Нам нужно обязательно пойти. Интересно. А там сохранилось наше прохождение? А сохраняется ли прохождение в Стиме, когда мы игру прошли, но я ее удалила? Вы не знаете? Может, кто-нибудь знает? Должно? Да. Хорошо. Так. Сейчас войдем. Ну, давайте. Помните, мы даже поплакали. Но мы были хорошими нянями. Успели обреветься, правда. Посмотрим, что это за дополнение. Что с ребенком? Познакомимся ли мы с родителями? Облачное сохранение. Ну, походу, ребенок все так же демонит. Не бросай меня, оставайся здесь навсегда. Что, это дополнение? С наступающим... А, уже... Да! Ой! Привет, малыш! С Рождеством! Пройдите рождественскую главу, чтобы открыть. Ой! А что это? Убрать игрушки. Привет, мой бублик! Надо его приодеть. Во что его приодеть? Черные и белые игрушки. Надо его... Ну давайте будет... График эпический. Пускай он будет пока пчелкой. Потом может быть что-нибудь рождественское найдем. Привет, мой хороший! Ой, давно не виделись! Ты мой деваленок. Дальше квартиры ничего нет, да? Элиф сразу же идет в эту квартиру. Ой, ты так же демонишь, малыш. Ой, я нашла какой-то ключик. Ты пока посиди, я посмотрю, от какой двери он. Ой, еще один ключик. Да, посиди пока, булочка. О, тортик, твою мать. Так, ну в принципе... Эта квартира отзеркалена. Она отзеркалена, раньше была лестница там. Я прекрасно помню. Еще один ключ. Я прекрасно помню. А теперь это... Она... Да. Заперто. Давайте мы дадим вкусняшку. За все хорошее и против всего плохого. И за тебя, Софика. Чтобы операция хорошо прошла. Спасибо тебе большое. Закинула в копилочку. Может совершиться новогоднее чудо и придет шейх. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Ох. О, еще ключ. А знаете, у нас и так... Получилось половину. Спасибо вам огромное за это. Все? Нафунял? Подожди. А где у тебя? А. Ай, опять демонит. Где ты, звездюк маленький?
Его там нет. Не простила я еще смерти робота. Которого он убил. Да, поплакали мы, конечно. Куда он спрятался? А вот ты где. Господи, малыш. Что такое? Сиди тут. Сейчас приду. Ага. Вот и все. О, блин. Так, сиди здесь. Я пойду по делам. Хорошо? Никуда не уходи. Нужно мне сходить в парочку мест. Я сюда сложу все ключи, чтобы было удобней. Прольется кровь. Мауса Маши, спасибо тебе большое. С наступающим вас, ребята. Спасибо. Ой, елочное украшение. Чат, мы украшаем елку. Вот, на стриме. Ой, ой, ой. Другое дело. Чё? Они стеклянные. Чё? Я предпочитаю пластиковый, чтобы такого не было. Ну, какова красота? Повыше. Полную версию чердака надо будет посмотреть. Ой, некрасиво повесило. Многие про низ забывают, надо внизу. Твою мать. А зад иногда вообще не украшают. Блин, я поняла. Я хотела всю елку облепить в игрушках. А мне не дают. Ах, они хитрецы, конечно. Ну тут пустую, давайте. Здесь у нас ограниченное количество. Я хотела схитрить. Хотела все облепить. Так, ну пойдемте. Ой, привет, мой хороший. Пойдем гулять. Везде заперто. Конечно, я тебя тут одного не оставлю в коридоре. Что, с ума сошел? Ой, какие у тебя глазки красивые. Когда у тебя волосы начнут расти? Вообще, с какого возраста волосы растут? Вот мы и дома. Практически. Все, спи, усни. Спи, усни. Привет, мой хороший. Ой, тебя надо покормить. Неудача. Давай тебя найдем, где покормить. Так. Где же найти пустышку? Чтоб ты не... А, на пустышку потом это. Где найти тебе бутылочку, чтобы ты поел?
Может, у тебя соседи есть, дети, и вы мне дадите кого покормить? Там, молочка у кого-нибудь есть лишнее? Ладно, лежи. Здесь я нигде не вижу. Я сейчас приду, я найду тебя чем покормить. Неужто все двери заперты? А, вот, мы его уложили. Но опять он будет не кормлен. О, стоп. Софи же надо НГ встречать и закупаться. Вынужденное закидывание. Готовить будешь на НГ, Соф? И если да, то что? Аноним, спасибо тебе большое. Спасибо за донат. Я бы очень хотела селедку под шубой. С наступающим. Не надо. Белый кролик написал. Черт, походу не надо. Вот, а готовить... Не знаю, посмотрим. Если не будем, то я куплю какие-нибудь салаты или мы закажем. С наступающим вас. Всех с наступающим. Если не надо, то мы... Прости, малыш. Не делай так. Хитрить. Ладно, я тебя оставлю у входа. Я скоро приду. Кролик сказал не брать его с собой. Ну что такое? Сиди здесь немножко. Не класть. Давай, чтобы ты не грустил. Я тебя рядом с кроваткой посажу. И пошла по делам, если что, залезешь. Он теперь разозлился, да? А чёрт, 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 я не смотрю телевизор, я не смотрю телевизор, мне нужен только... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, я не смотрю телек, я не смотрю телевизор. Мы это проходили! Сохранения не сохранились! Привет, мой хороший. Это же основной сюжет! Я хочу обратно в квартиру, хочу новогоднее. Я хочу новогодний сюжет. Отправь меня домой. Мы же проходили, кстати, на ютубе будет прохождение. Выбор главы. Да. Наверное, рождественскую хочу. Да, мы это все прошли и плакали. На Хэллоуин мы проходили. Вот рождественская глава. Там просто достаточно много проходить. А это что нахрен такое? А я не заметила. Закройте дверь плотно. Тиамат, с наступающим. Спасибо тебе. Спасибо за донат. Походу он готов к Новому году. А, это там же в лаборатории на чердаке. Помните? Черная звезда над головой, белым сад под ногами. Дитя требует человека и снег. Вот. Let it snow. Да, это мы помним.
Требуется туловище. Блин, как классно. О! Голова. Балдёж. Я бы в такую игру бесконечно играла. Ну. Что Хэллоуин проходили? Блин, такое классное прохождение получилось, котика. Я думаю, на Твиче еще есть запись. Она выйдет в архиве, только пока не знаю, когда. Куда я буду в больничке, выйдет. О? Нет, не пойдет. Нет. 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 Ха. Так что можно на Твиче найти. О, Понда, если ты найдешь, можешь ссылочку скинуть. Кепка. Зеленая шапочка по новогоднему. Цилиндр! Ну, извините. Я выбираю цилиндр. Ох, смотрите, какая прелесть. Это ручки. Руками. Интересно, снеговик. Вот, в принципе, у меня руки здесь находятся. У кого находятся руки здесь же, плюс чат. Что у нас еще? Нос. Это же нос. Это часть рта. Вот сколько нас. Ну. Нет. О. Ты Димасик 7 Сайз Софа и чатик, с наступающим Новым годом. С наступающим. Хорошо вам отпраздновать. Нам всем. Ой, он как будто обнимашки любит. Всем нам хорошо отпраздновать. Ладно, еще 500 руль. Точка зумеры не понимают. Что на НГ надо заранее закупаться. Надеюсь, хватит. Конечно, спасибо тебе большое. Что? Вы не обязаны донатить, ребят. Смотрите, какой. Конечно, надо еду, подарки покупать. Украшения. Чуть не нашла запись. А сколько они хранятся? Запись, интересно. Может, рога убрать? Да, так лучше. Вот.
два месяца. Ну, значит, запись есть. Ребенку, мне кажется, рога понравятся. Ну, давайте. Главное, чтобы ребенок был рад. Да, сосочки. Можно еще пупочек. А ладно, нет, без пупочек. Добавьте украшения и сделайте фото. А как интересно. Что это я делаю? Что я делаю? Я не могу остановиться. Фото. А как сделать фото, интересно? Блядь, не другая. Фото. А у нас тут есть фотоаппарат? А вот. Он сломал наш... Ты сломал нашего снеговика, ему подарок хотела сделать. Ах, он дурачье. Эй, ну! Да я тебя... Я тебя в глаза должна попасть, я знаю. Я тебе попаду в глазах, ты мелкий. Кстати, надо было, да, с рогами делать. Точнее, хорошо, что мы с рогами сделали. Видите, как смотрится классно. Верни! К месту. Привет. С ним хочешь сфоткаться? Ну давай тогда это. Шляпку не хочешь? Тебе не холодно вообще? Ладно. Давай я сфоткаю вас. Сейчас, секунду. Черт, хотел его перекрыть. Ну, чиз получается. Идите. Идем проявлять. Слепите снеговика, неудача? В смысле неудача? Я же его слепила. Ой, я до сих пор помню, где что находится. Как будто это было вчера. Классная фотография. Что такое? Робота здесь не будет, да? Ну все, он с концами... О, еда, боже мой, я так хочу есть. Конечно, надо сначала елку украсить. Ты подождешь. Ну подожди. Елка — это важно. Что, тебя родители не приучали, что надо сначала украсить, а потом за стол? Ты же ела. Да нет, я походила, размялась. А я ела что-нибудь? А, я печеньки пожевала.
Что если украл, попадешь в тюрьму. Так. Я думаю, хватит. Тебя накормить ты сам не можешь, давай. Сейчас. О, какой. Миленький, ну пускай тут стоит. Нет, я к нему отнесу. Держи игрушку. А еще бутылочка не появится. Ну... Я на кухню быстренько схожу. Может, есть еще? О, слава богу. Все. Ой. Еда. О. Ой, печенье. Ой, а где хлеб? Хлеба. А, не срочно. Адская пустышка. А хлеб? Пойдемте. Я нашла тебе поесть. Прекрасно. Бон аппетит. Секунду, я себе еду не принесла. Да малыш пока подождет, мы же даже не поели. Почему я себе еду не могу положить? Ладно, я сыр люблю больше, чем мясо. Походу, это вся моя еда. Похавали. Ну, пойдем. Успела. Не забываем, что это адское миленькое отродье. Аккуратно. Правила техники безопасности. Это потом уберу. А, нет, подожди, я знаю. Посиди здесь. Тут где-то должна быть мусорка. Нету нигде мусорки. Очень странно. Идем. Так. Вонючий малыш плюс шапочка. Я должна найти тебе шапочку. Угу. Хотите поэкспериментировать? Извини, малыш. У нас эксперименты с чатом, но я думаю, все обойдется. Прости, пожалуйста, мой хороший, но это чат виноват. Все, посиди здесь. Так, ну не смотри так на меня. Давайте трусы найдем. Ну, вы его обидели. Ну! Как вам не стыдно? Где трусы найти?
Ты не знаешь, где твой... Ну, откуда он знает? Слушай, там в комнате нет случаев твоих трусов. Магнит. Давайте сделаем тогда. Красный-синий. Можно, но я не буду этого делать. Я не пихаю детей в печь. Не хочу. Ой, забыла. Ой. Вот так. Все-таки мы же няньки. Вот, малыш. Выпей. Ну, прям так не хочешь. Матрасик. Ну, и что мне с тобой делать? Ладно, я пошла искать тебе трусы. Сейчас приду. Далеко не уходи. Привет, Вадим. Я нашла шапочку. Он упал. А не, показалось, все хорошо. Одевай. Вот, другое дело, да. Не хочешь попить? Ой, ты как магнит. Что-нибудь принес? Нет. А может еще раз? Полетели. Полетели. Давай, лети туда. Не принесет. Ой. Ты принес масло. Не знаю, пригодится или нет. Посмотрим. Давай еще раз. Тихо, 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 тихо. Сейчас куда? Ничего не принес. Эксперименты. Пойдем. Рождественский ужин. Давай приготовим. Эх, индейка. Сейчас я приготовлю, мне тоже надо поесть. Кто звонит? Ай. Да-да-да, иду-иду. Он жив! Ой, сейчас заплачу, ты мой маленький! Привет! Он жив, боже мой! Принес подарок. Ньют. Вы не представляете, как этот звездюк, вот он исчез, убил его. Он был покореженный. Малыш, он выжил. Я так ревела. Господи, Ньют жив. Мы так к нему привязались. Он нам помогал всю эту лабораторию изучать. Вместе с нами летал. Ньют жив, боже мой. Ты мой подарок, мне это нахер не надо, пойдем. Ну его шапочка, блин. Будь здесь, я пойду за подарком. Шапочка, как у меня маленькая. Тайлера, когда выложится запись хэллоуинского прохождения? Пойдем. Да-да, я сюда положу. Какой же ты прелестный мальчик.
Пойдем там индейка готовить. Ёпту мать. На новогодних каникулах будет. Огонь! А чем тушить? Не книгой, блин. Огонь же. А. Нет. Нет, вы что, издеваетесь? Ах ты маленький гаденыш. Надеюсь, что все будет хорошо с роботом. Так я представляю свою жизнь, когда я стану мамой когда-нибудь. Привет, мой хороший! Твоя мама, блин! Все обошлось. Индейка-то где? А вот она. Шо грустим? Сейчас, давайте я за стол посажу. Вы уже готовы? Сейчас. Он сам полез, и правда. О, похоже на S, это индейка. Готово? Все. Ты мой маленький. А тебе надо подумать над своим поведением. Ну что? Готовы? С наступающим. Что тебе не нравится? Снеговика я сделала, подарки принесла, елку нарядила, нют жив. Что тебе надо от меня? Что тебе еще не нравится? То, чтобы Дюна тебе? Ну ты смотри, что ты с Нилом сделал. Он прошел вот... С Ньютом, точнее. Поем? Эх, ты пакостник. Это чухня? Ах ты засранец. Я сыра поем. Я ем овечку. Нет. Ну это галлюцинация, да? Получай, блин. Жалко, я не принесла. Прям в нос пошел в дырочку. Это все унижения. Рожу твою не видеть, злую. Как тебе не стыдно вообще? Это твои игрушки, которые ты любил. Не ешь. Кися здесь. Спасибо за фоллоу. Ой, хочешь жрать? Хер тебе. Можно уйти? Я сам выпью. Все, тебе ничего не достанется. Он опять Ньюта убил. Да что такое? Ах ты говнюк мелкий. Я тебе в печь засуну. А я так о тебе заботилась, блин. Ты ведешь себя как сволочь мелкая. Где дед Мазай? Над нами мелкий издевается. Ну так все классно. Классно начиналось. Да по-любому же разработчики знают, как мы любим Ньюта. Он так себя ведет. Вот наша елка. Что тут надо сделать? Подарки под ним поставить? О, классный. Наш. Ядрить. Ой, маленький, ты чё такой грустный? Напился и стоит. Так, обзор снеговиков. Неплохо, неплохо. Хороший снеговик.
хороший. Ты его хочется обнять, пьянчуга. Ох, этому не поздоровилось в этом году явно. Этому тоже. Этот музыкант. Это наш. Так. На всякий случай. Осуждаем. Грустную снеговика Сен Аватар. Этого? Пинчушка. Это Арчибальд, получается. Так, это Арчибальд. Это Понда. Донеси. А кто у нас музыкант, чат? Кто любит музыку, любит ремонт? Ты самая высокая? А, вот, это Понда. Да, они смотрят. Ну, это котика, получается. Это Тиамат. Остался последний. Кто по музыке, по пластинкам у нас? Кто любит винил? Чат. Кто винил любит? Ты рок-и-рок. Все. Чат. Давайте... Я организую стол. Ну что ж это такое вообще? Ну, что начинается? Я подготовила подарки. А все ведут себя как не знаю. Ну, совсем распоясались. Заколотила дверь. Так. Что у нас? Надо печь закрыть ради нашей общей безопасности. А Ньюта я так и не увидела еще. Чья-то морковка кто-то растаял. Ты думаешь, что ты заслуживаешь подарка, да? Ньют. Что тебе страшно? Солнышко. А тебя больше не тронет, надеюсь. Принц мечтал о снеговике. Я тебе его слепила. Держи подарок. А вот и чат. Надеюсь, чат нас не убьет. Предшаверма. Блин, какой же ты лапочка. Жалко, я не могу никак тебе помочь. Ну что, пацаны, я... Походу, затесался новенький. С усиками. Нет, подождите. Отдайте. И Понда. Пацаны. Ты кто такой? Тебя здесь не было. Это же Рогоша? Ну да. Понда, ты дашь прийти? Да, ребят! Кого-то убили, шляпка лежит. Это шляпка от моего снеговика. Блин. Нет. Нет, Арчибальд, не трогай меня, пожалуйста. Все. Держи. Ты этого не заслуживаешь. За все твое поведение. Подумай о нем. Он требует подарка. О, нет. Thank you.
Это реально ужас. Тут запчасти от снеговиков падают. А костюмчики есть какие-нибудь, интересно? Так, игрушки, дар врача, шляпа. Лавка сувениров. А, нифига себе, если нажимаете на лавку сувениров, прямо на сайт можно попасть. И у него есть свой личный мерч. Жесть. Довольно-таки популярный парень. Так, а тут нельзя костюм поменять? Разрешение игрушки, черно-белые шляпы. Пока нельзя. Хотя зачем, у него уже рождественский костюм? Заперто. Нужно найти подарки. Все еще там внизу. Кто это перечеркнул? А, то, что нельзя сюда допускать малыша. Но он уже здесь живет, все это его обитель. Но где же его родители? Ну я ж тебе подарки несу, ну что ж ты такое-то? Блин! С Рождеством и снятие брекетов. Спасибо, Фанечка, с Рождеством. Рождество. Держи свой подарочек. Ну неужто ты недоволен? Ну что ж такое? Привет, Семенейкинс. Привет. Все хорошо. У тебя как дела? Нужна энергия. Что происходит? Это Пау. Мы пытаемся принести Рождество к сатанинскому ребенку. А то всему миру капец, Юту и мне в том числе. У вас как дела с наступающим? Ах, он доволен. Жесть, а когда родители-то придут? Прячься, будь здесь. Может закончиться все плохо. Давай ты до конца доживешь, пожалуйста. Подарки открывай, да? Ну давай. Первый подарок. Ой, смотри, какая красота. Думаешь, это было лишнее, но смотрится забавно. Смотри, тут глазик будет. Нет, не забавно. Тебе не нравится? Куда еще прилепить можно? Давай заменим эти красные жуткие глаза на эти глазки. Смотрится намного... намного лучше, тебе не кажется? Вот они, не красные. Все, не так страшно. Ну, прелесть. Я проходила основную игру, хомяк, а это дополнение. Так что я говорю, что мы обревелись, когда Ньют в опасность попал. Но это после событий. Я полагаю. Надеюсь, что это после событий. Да, это было после событий, потому что он там поломанным был. Я вот уже чуть-чуть поплакала, когда его увидела живым.
так что я не могу остановиться теперь. Черт. Я могу сделать глаза где угодно. И они не отлепляются. Привет, Дженни. Ну ладно, нет, все-таки отлепляется. Давай следующий. Тебе не нравится подушка-пердушка? Ну смотри, как она работает. Давай посиди немного. Ну смотри, 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 как она работает. Берешь. Тихо. Да тихо. Ну классные же подарки. Все это нормально. Вот. Где молоточки? Смотри, как классно бьет. Ну вот, видишь, классно, да? Весело. О, нет. Ну ты же смеялся. Вот. Подушкой, правда, пердит, кстати. Вот. Красота. О, прекрасно. Да что это у нас? Ля. Фига себе. Объюлим территорию. Вот. Красота. Вот что не так? Все, я пойду по делам, у тебя все в подарках. Ты играйся, крути, верти. Вот у тебя глазной пистолет есть. А мне нужно пойти, я сейчас приду. Там дверь открылась, нужно разузнать, что ж там. А где она открылась-то? Все, мы сейчас вернемся. Мы сейчас вернемся. Все, он там. Время сна. А, его надо уложить. Господи. Ну, игрушки игрушками, но спать по расписанию. Пойдем. Это бесконечная смена няньки. Его последний подарок. Ты еще чего-то хочешь? Вот, это от Ньюта. Держи. Куда его положить? Что, туда отнести? Что ж мне эта игра разбивает сердце? Вот он его тогда убил. Да делайте со мной все, что хотите. Черт. Жестокая игра. Опять вспоминать это стекло. Спасибо за фоллоу. No! Why did you bring him here? Нет, почему вы привели его сюда? Потому что это ребенок сатаны, Рокки Рок. Not this time. Не в этот раз. Он все-таки умер. Мы съели мягких животных его. Кролик все-таки смог сбежать. И Ньют умер.
Охренеть, спасибо большое, блин. А как вернуться назад? Не-не-не-не-не-не-не-не. Выход. Все, не увидел. Ну, он жопа, конечно. Вот отстой. А лавка сувениров это на тот же сайт. Вот отстой, блин, я так была рада, когда его увидела. Черт. Мы типа... А, мы же прошли лавку сувениров. Теперь сможем открыть этот подарок, а он теперь в костюме. Иди ты, блин, в жопу. Не заслуживаешь ты подарков. Пусть на тебя пердит. Эй, иди ты, блин. А ну. Господи, ну ты же все равно ребенок, черт подери. Что будет, если тебе на глаза налить? Ушко не работает, игрушка сломалась. Да лучше Ньюта мне подарите. А, ключи. Кучу ключей. Это типа с этой локации начинается... Начало сбрасывать прогресс. Все обошлось. Сиди здесь. Дверь также закрыта, а когда мы туда пойдем, мы продолжим игру. А зачем тогда другие ключи нужны, интересно? Так, елку мы украшали, но я все равно без этого не могу. Так, после этой игры сколько уже? 17-18? Смотрите, у нас выбор. Чач. У нас или просмотр фильма «Крепкий орешек», или мы в какую-нибудь мини-игру пойдем, ужастиковую, которую вы выберете. Или японский ужастик, или новогодний, тоже на ваш выбор. Куда скажете? Ну, мы же эту главу прошли сейчас. Dark Valet. Давайте голосовалку, орешек и еще плюс одну игру. Мы сегодня в три игры поиграли новогодних. Ужастик новогодний дальше или что-нибудь новогоднее по вашему предложению. Или орешек. Привет, Госсута, с наступающим. Привет, Чех. Как бы ты посоветовал, какой материал купить, инструменты? А ты все потихонечку сам для себя поймешь, какой тебе инструмент подходит. Я бы для начала взяла бы какой-нибудь серый скульптурный пластилин, самый дешевый, попробовала бы полепить. Инструменты и материалы у меня есть в ВК, в группе ВКонтакте. В альбоме инструменты, можешь посмотреть все, что у меня есть. Также рекомендую зафоловиться на других мастеров, чтобы анализировать, что у них на рабочем столе находится, что нужно прикупить. Спасибо за фоллоу. Как вы думаете? Давайте, голосуйте, голосуйте, ребят. Куда мы дальше пойдем? Все, и начинается заново. Ага, черт. Голосуйте от сердца. Это печать полимерной смолы. Я нормально отношусь. Рейн, почему нет? Кому как больше нравится? Мне нравится вручную лепить. Но не отменяю того, что когда-нибудь буду использовать 3D-принтер как, ну, синтез. Или и ручной лепки, и 3D-принтер. Маленькие детали какие-нибудь можно добавлять прям в пластилин, вминать и как дополнительный элемент.
Наступающим, голосуйте, голосуйте, ребята. Я тоже проголосую. Так, за что бы проголосовать? За что бы проголосовать? Голосуйте, ребята. Мы выберем вместе игру. Эх ты, разбил мне сердце, мелкий. А я думала, в новогоднюю вот эти все, вот Рождество, Ньют будет жить. Знаешь что, я обломаю тебе кайф. Идем спать. Да, блин, ты это предусмотрел точно. Винтер, Винтер, с Новым годом, точнее, с наступающим. С наступающим, Винтер. Я сегодня постарела. Так, Крис Смит. С днем рождения, тебе самого хорошего. Умножаю все поздравления на 10 раз. Целуем тебя с чатом, поздравляем, обнимаем. Септембр мы проходили. Да, какие у вас есть предложения по ужастикам? Арчибальд, Тайлер, ребята, чатик, есть какие-нибудь идеи? Может, еще есть с новогодним вайбом рождественским какие-нибудь игры? Я бы и Орешек посмотрела и поиграла бы. Но времени, как говорится, не так много. Ты уже скинул? Так, что там? Ой. Ну, по улице это уже хорошо. Да, мы уже ее сегодня прошли. Это от создателей Summer. Ну, просто там был похож гномик. Да. Я почувствовала почерк. Что, грех не пойти в эту игру, ребят. Надо покупать. Сколько она стоит? 5 евро. 500 рублей. Так, купить для себя. Так, ну есть такое дело, ребят. Орешек, не переживайте, не отменяется. Сейчас я открою расписание. Крепкий орешек тогда, раз у нас сегодня марафон новогодних ужастей. Крепкий орешек я перенесу на среду. Все. Угу. Орешек я оставляю. Вот. Так что все нормально, все хорошо. Никуда он не пропадет. Christmas Nights. Steam. Магазин. Christmas Nightmare. Так, еще я видела, Понда скинула. Эту игру проходила, считаю, лучшая игра. Давай. Еще раз сказать, чтобы все ужастики были только в играх. И все страшное и ужасное, все осталось и в этом году, и только в играх. Люблю вас, чат. С наступающим вас.
наступающим. Те, кто еще не зафоловился, фоловьтесь обязательно, чтобы мы с вами не терялись, держались вместе. Спасибо за подписки, за донаты, за фоллоу и за отличную компанию. Вот что я хочу сказать. И да, люблю вас, крепко обнимаю, вы самые лучшие. С наступающим вас. Муа! Мы хорошие. Обнимаю! Также не забываем про наш телеграм-канал «Восклицательный знак ТГ». Любите раньше. ТГ, это чуть-чуть. Ой. Да. Самые лучшие наши коллеги. Вот-вот. Че вещи обожаю. Я хипчик. Все. Ой, столько всего было, ветеран. Давайте. До завтра.